Всем привет! Мы сегодня находимся на хоккейном мероприятии. Ребята, я говорю следующее. Для участия в церемонии награждения я приглашаю команды на построение. И по очереди называю название команды. Хорошо? И держит эту табличку настоящие вообще ребята. Команда, идущая с высоко поднятой головой, приветствуем команду «Геройка». Команда на льду чувствует себя так же уверенно, как и в море. Команда «Морпех». Участники следующей команды ростом чуть ниже Николая Валуева. Приветствуем команду «Титаны». Команда «Рок-н-ролл». И команда с очень дорогим названием, команда «Платинум Групп». Напротив так завода станешь. Теперь, вот места свои приблизительно запомнили. Давай вот, уходя, уходим. А ты пацанов. Команда «Адмирал». Если бы честно, я о ней ничего не знаю. Но я думаю, они очень достойно сражались. Сегодня выиграла команда «Семпер». Не знаю, как правильно говорить. Молодые, будем смотреть, как что будут награждать. Как у тебя настроение? Да все отлично, вообще супер. Ты уже видела свою команду? Они уже с тобой фотографировались? Нет, они еще не пришли, к сожалению, но я надеюсь, они меня найдут. Ну, будем надеяться. У нас есть офигенная команда, пацаны вообще, ребята, пошли. Пацаны вообще. Привет. Как дела? Как настрой? Офигенно. Ты уже видел свою команду? Ты уже видел вообще ребят? Не, никого еще не видел. Ну, я думаю, они еще придут. Такая команда не может не появиться. И радио Чауна Галина. И радио Чауна Галина. Присутствуют представители команд. Прошу, расположитесь за штандартами. Итак, продолжаем. Команда со звучным латинским именем. Приветствуем команда «Эмпилс». Следующая остановка на нашем пути – команда «Гайдамак». Назвук слышно. Команда с характерным, суровым, нордическим характером. Команда «Викинги». Следующая команда, название которой надо произносить не иначе, как «Восхищение». Здравствуйте. Как вам игралось? Игра вообще супер. Я участник команды «Эмпилс», просто игрок. И игра была очень напряжена, особенно второй тайм. Чуть было, не было драки, но все пронесло. И мы в итоге... Каково быть победителем? Ой, знаете, мне уже не впервой. Сколько лет вы уже играете в хоккей? 5 лет. 5 лет? 5 лет в хоккей, но вот на таком, на соревнованиях такого уровня, вот впервые как бы. Сразу победа, это очень это хорошо. Это судьба. Да. Поздравляю. Спасибо большое. Вчера у меня раздался звонок по поручению Игоря Ивановича Шувалова. Вот тоже отслеживал наш турнир, оказывается, и говорит, хочу победителю сделать такой подарок. Команда-победитель за наш счет поедет в Москву и примет... Участие в благотворительном матче звезд российского хоккея. Здравствуйте! Вы сегодня первый раз работали с нами? Да, да. Что за мероприятие было? Хоккей. Понравилось? Очень, очень.